Всем привет! Сейчас я вам покажу очень классный фокус, используя всего лишь 4 красные карты и 4 черные карты. Смотрите, к примеру, я возьму какую-нибудь черную карту и какую-нибудь красную карту. Переверну и положу черное, красное. Возьму какую-нибудь карту черную и какую-нибудь красную. Переверну и положу черное, красное. Возьму еще раз одну черную карту, одну красную, одну черную и одну красную. То есть, как вы поняли, сейчас каждая карта лежит через одну. То есть, у нас идет, например, красная, черная, красная, черная. Сейчас возьму красную карту, положу под низ, сделаю такое движение, раз, два. И все красные карты останутся вверху, черные будут внизу. Оп. И что мы видим? Все карты лежат по мастям. Черные здесь, красные здесь. Вот такой вот, ребята, фокус. Это одна из версий на фокус «Вода и масло». Если вам понравился этот фокус, обязательно ставьте лайк, набираем 50 лайков, и я выпускаю новое видео. А сейчас давайте переходить к обучению. Смотрите, для этого фокуса вам необходимо взять реально 4 черные карты и 4 красные. Какие это будут карты, не имеет никакого значения. К примеру, вы взяли такие же карты, как у меня. Все. И что вы делаете? Вы берете стопочку из красных карт, переворачиваете их. И далее вам необходимо сделать так, чтобы зритель не понял, где какие карты лежат. То есть вы показали зрителю 4 красные карты, и он примерно помнит, что, например, здесь 4 черви, здесь 9 буби, здесь 3 черви, здесь 2 буби. Поэтому, когда вы переворачиваете, вы еще раз показываете и меняете их местами, все карты. И далее вы просто вот таким вот способом левой рукой забираете верхнюю и нижнюю карту. Правой же рукой вы держите в таком положении вот карты. Когда вы сдвигаете две карты левой рукой, у вас здесь остается тоже две карты. Давайте еще раз взяли. Оп, и перевернули. Если это сделать нормально, показать, то кажется, как будто вы взяли только всего лишь одну карту. На самом деле вы взяли две карты. Берем одну черную карту и кладем ее сверху. Далее мы переворачиваем и кладем. И говорим, черная, красная. Далее мы берем опять с середины одну карту, уже одну карту. Берем еще одну черную карту, переворачиваем. И в этот раз тоже показываем. Смотри, то есть красная, черная. Далее мы опять кладем верхнюю карту, говорим красная. Кладем сверху черную. Показываем опять красную и кладем черную. Если сейчас вы все сделали так же самое, как и сделал я, то у вас вот такая вот сейчас есть система, будем так это называть. Кодировка карт. Черная-красная, черная-черная, черная-красная, красная. Если у вас все получилось, тогда мы идем дальше. Если же нет, далее я объясню более подробно, как это сделать. Смотрите. Что вы делаете дальше? Вы переворачиваете одну карту и говорите, смотри, то есть у меня сейчас все карты идут через одну, черная-красная, черная-красная. И в этот момент, когда мы так перевернули и говорим, мы одну карту ставим так вот на брейк. Далее мы эту карту переворачиваем, ну, крутим вот так вот красиво и кладем сверху. И далее мы забираем с мизинца уже две карты, вот. Одну черную и одну красную. И когда мы забрали эту черную с красной, мы говорим, смотри, я возьму эту карту и положу ее под низ. И мы это делаем для того, чтобы красную карту скинуть на низ. Поэтому мы делаем вот такое вот движение. Ну, в принципе, даже можно не обучать обычное слистывание карты. Но чтобы это прикрыть, все, мы не просто слистываем карту, а мы делаем вот так вот. Раз. Ну вот сейчас давайте еще раз вам покажу, как это все правильно сделать. Мы взяли, показали, смотри, то есть каждая карта идет через одну. Смотри, я сделаю магические движения там. И показываете якобы, что сейчас все черные карты остались наверху, а красные внизу. И у нас получается реально полная вода и масло. Все очень круто. Давайте еще раз разберем, как же сделать этот фокус. Раз, два, три, четыре. Мы берем 4 карты и слистываем 2 карты, переворачиваем 2 как одну. Вот. Кладем красную карту сверху, все это дело переворачиваем и говорим черная, красная. Берем с центра карту черную. Берем красную, все это дело переворачиваем, кладем и говорим черная, красная. И показали даже.
Далее просто кидаем, говорим черное, красное. Далее показываем черное и показываем красное. Далее мы берем, переворачиваем верхнюю карту и говорим, что смотри, сейчас каждая карта идет через одну. Черное-красное, черное-красное. Но если я так вот сделаю, раз, два, то все красные карты будут лежать вверху, а черные внизу. И вы демонстрируете, что у вас так и получилось, что все карты идут у вас по порядку. То есть красные и черные. Как я и говорил ранее, это одна из версий на фокус вода и масло. Поэтому, если вам нравится данный фокус, обязательно ставьте лайк. Я выставлю еще пару версий данного фокуса. Я знаю очень много версий на данный трюк. Поэтому, я думаю, вам будет очень интересно посмотреть еще некие версии на данный фокус. Ну, а на этом, я думаю, уже все, ребята. Всем пока, всем до новых встреч.